Дорогі друзі, за 1-2 хвилини ми почнемо трансляцію фінального матчу на Кубок України між командами «Металіст» та «Чорноморець». Ось він, красень, кубок на ваших екранах. Виготовлено цей кубок у Німеччині. І сьогодні буде вручений після закінчення поєдинку команді, яка переможе. Ну, на жаль, у нас ще немає поки що складів команд. До речі, щодо суддівського корпусу, то головний арбітр сьогодні Євген Канана, але визначилося це лише за 1 годину до початку матчу. Але кубок залишається кубком, і гадаю, що ми сьогодні станемо з вами свідками справжнього кубкового поєдинку, справжньої кубкової боротьби. На самом деле ситуация была тяжелейшая в стране, только первый чемпионат проводился, чемпионат Украины, вот, поэтому команды только формировались, скажем так, только чемпионат Союза закончился, вот, но при этом команда были у нас неплохая, по составу была, Черноморца была хорошая команда, в принципе, мы целиком полностью заслуженно, я думаю, вышли в финал, но, как потом оказалось, там многие факторы были там за кулисами, вот, ну, понятно, зрительского интереса практически нет, потому что мы играли в финал в Киеве, а «Динамо» с Киева, к сожалению, не попали в финал. Мы попали в финал, поэтому интереса, по большому счету, люди о другом думали на тот момент. Вы кажете, факторы за кулисами. Расскажи детальнейше. Детальнейше там нет, но просто на тот момент нет, 18-летнему пацану особо там эти моменты не рассказывали. Но сказали, что там и по судьям были вопросы, там, что уже было до игры там решено, что нам будет тяжело выиграть кубок, там более Черноморец. Вот. Но опять же, это не факты и не подтвержденные, во-первых. А во-вторых, то, что Черноморец по игре победил нас, это как бы это факт. После игры мы в гостинице «Спорт» остановились. И мы, и Черноморец. Вот, и в одном ресторане у нас как-то так получилось, руководители, я так понял, заказали ужин и черноморцу, и нам. То есть мы сидели, ужинали, смотрели, как черноморец празднует победу. То есть получается, как бы мы быстренько покушали и уехали, как говорится, домой. А черноморец продолжал праздновать, и все это происходило, скажем так, у нас сначала на поле, а потом у нас же на глазах на ресторане, в гостинице «Спорт», на, кажется, на последнем этаже. Перший історичний кубковий фінал України. Гол на 107-й хвилині, який однаковою мірою забивали і Никифоров, і Гецько, і Цимбалар, а голкіпер харків'ян Помазун невпевненими діями в цьому асистував, занотував до аналів історії першого володаря Національного кубка «Одеський Чорноморець» та першого його фіналіста «Харківський Металіст».